Здравствуйте, добро пожаловать в шведский Эстерсунд. Всех болельщиков биатлона с двойным праздником. Ну, во-первых, с началом нового сезона, а во-вторых, с Днем Матери, Международным Днем Матери. Святой праздник, пользуясь служебным положением, шлю пламенный привет своей маме Ирине Сергеевне, славный город Калуга. Ну а пока давайте в эфире говорит и показывает шведский Эстерсунд. Первый этап розыгрыша Кубка мира по биатлону. Смешанная эстафета. Девушки бегут два круга по 6 километров, мужчины 2 по 7,5. Трасса в Эстерсунде одна из самых невысоких в сезоне Кубка мира, как вы знаете. Самый протяженный 4-километровый круг будет задействован только в мужской индивидуальной гонке. Трасса начинается на высоте 363 метра при перепаде высот 51 метр. Ну и сумма всех подъемов составляет всего лишь 180 метров. Максимальный из них достигает высоты 51 метр. В Эстерсунде искусственное освещение, что позволяет проводить гонки в вечернее время. Ну и давайте уже переходить к составам играющих сегодня команд, коль скоро они уже заняли свои места на стартовой поляне. Под первым номером команды Чехии, на первом этапе Вероника Виткова. Под вторым номером сборная Норвегии Сюньёве Сёлемдаль. Под третьим Италия Карина Оберхофер. Под четвертым Украина Наталья Бурдыга. И под пятым Екатерина Глазырина начинает за нашу сборную. Далее Франция. Шестой номер Анаис Бескон. Седьмой Словакия Яна Герекова. Настя Кузьмина этот этап Кубка мира пропускает из-за некоторых проблем со здоровьем. Восьмой номер у команды Белоруссии. Надежда Скардина открывает эту эстафету. Дарья Домрачева побежит на втором. И далее по списку девятый номер у команды США, десятый у Австрии. Мужская сборная представлена Симоном Эдером и Домини. 18-й Швеция, 19-й Литва, 20-й Финляндия, 21-й Румыния, 22-й Болгария и 23-й замыкающий у команды Великобритании. Огромное количество информации, как всегда, после межсезонья. Многие команды претерпели изменения. Многие поменяли своих тренеров. Есть перестановки и в российской сборной, в том числе. Почему выбирали... Ну и по последней вот информации, практически безветренно, что очень и очень удивительно для этого шведского местечка. Мы помним, какие проблемы у организаторов возникли в прошлом сезоне, когда программа Кубка мира была отнюдь не полной. Ну, пока что очень уверенно держится Екатерина. Было такое дело, признайте. Ну, что сказать. На самом деле, ведь открывающая эстафета, она таким образом построена, что это своего рода парад открытия. Кто-то ставит... Кто-то экспериментирует. Это такая вынесенная гонка. Выражаясь языком Сергея Курдюкова, языком многодневка, это пролог своего рода. Поэтому здесь много таких опытов, которые, я боюсь, многие тренеры не могут позволить себе в дальнейшем. Но, в частности, этим мотивировано, вот на мой взгляд, то, что тренеры рискнули выставить Евгения Гаранчева. Да, и, собственно говоря, Екатерина Глазырина, это тоже, то есть для них это гонка ответственная. Кого-то поберегли, кто-то вот сейчас, вот мы видим, и Глазырина берет дополнительный патрон, но все как бы
Но и вот, вот да, вот такие эксперименты тоже важны. И вот видите, канадка ведет итальянцы, которые сегодня выставили сильнейший состав. Так что я бы не стал как бы выдумывать. Здесь в данной эстафете не все делается для победы. Многое делается ради того сезона, который вот-вот начинается. Вот этим вот прологом. Кость, а расскажи, пожалуйста, из кого именно выбирали вот эту сегодняшнюю эстафету? Ну, Дим, знаешь, на самом деле это такой секрет, который тренеры предпочли хранить в тайне, ну, по многим причинам. Я уж, как говорится, уж насколько вхож так в штаб, но ей-богу не могу раскрыть. Может быть, когда у тренера начнут чувствовать себя увереннее, у них развяжутся языки, они будут более... Окей, прервемся на секунду, реклама у нас. Да. Мы снова в прямом эфире и продолжаем смотреть смешанную эстафету в шведском Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону. По-прежнему возглавляет пелотон команда Канады усилиями Розанны Кроуфорд. Столкнулась с проблемами Екатерина Глазырина в стрельбе из положения лежа. И сейчас должна предпринимать максимум усилий, чтобы вот эту большущую группу как-то пытаться настичь. Но, с другой стороны, тут нужно, конечно, и придерживаться собственной тактики. И ни в коем случае нельзя загнать себя вот на этом втором круге. Мы тем временем продолжаем общаться с главой пресс-службы Союза биатлонистов России Константином Бойцовым. Костя, ты на связи? Да, конечно. Расскажи, насколько сильно ударила вот эта информация про Александра Логинова по команде. Понятно, что негативные эмоции, но как-то тренеры ограждали от вот этих негативных... Тут другие эмоции, кроме как вот такое предстартовое волнение. Это еще вот такой получился вброс. Я надеюсь, и совет сегодня покажет, что это скажет, положить могут. Да, мы тоже на это все надеемся. Скажи, Екатерина Глазырина и Яна Романова, вот по твоим ощущениям, то, на что они были способны в контрольных стартах, то, что ты видел, они действительно сильнейшие на данный момент в женской команде? Дим, я вот уже говорил об этом, что на стартовую эстафету далеко не всегда сильнейших. Да, вот у итальянцев, у олимпийских призеров здесь действительно сильнейший состав. Еще у каких-то команд сильнейший состав. Но у норвежцев, допустим, у наших, у белорусов, и у французов, так по большому счету, так, серединка на половинку, состав далеко не сильнейший. Большие сборные, у которых, скамейка и какой-то поле для экспериментов, стараются эти эксперименты провести, потому что... После новогодних праздников, на январские этапы Кубка мира. И сразу затрону тему Светланы Слепцовой. Болельщики переживают, тоже ждать, не ждать ее. Мы знаем, что она участвовала во внутрироссийских соревнованиях. Но вместе с тем я хочу заметить, что ты работал в последние годы в Ханты-Мансийске. И как никто другой, наверное, знаешь, на что она способна, на что она рассчитывает в данный момент и ждать ли ее. Ну, ждать ли ее или не ждать ли ее, это покажет вот текущий сезон. Ей действительно в этом году предстоит практически полный объем российских стартов. Это, я скажу, та еще школа, та еще мясорубка и тот еще котел. Многое, конечно, будет зависеть. Я подозреваю, что если она всерьез настроена и как бы внутренняя мотивация не присутствует, это будет для нее даже полезно. Все, собственно говоря, зависит от нее. Она сейчас работает с очень известным тренером Валерием Медведцевым, который поднял ни одну спортсменку. И, в общем, есть ему чем гордиться в этом плане. Поэтому я надеюсь, что индивидуальный подход они найдут. Тем более, что Светлана Слепцова и семья Медведцев всегда были друзья и остаются. Ну а что касается Зайцевой и Вилухиной? Ну, что касается Зайцевой Милухиной, я внутри себя не стал бы связывать надежду на то, что Ольга Милухина вернется в этом же сезоне. Ну, а что касается Ольги Зайцевой, посмотрим, как она будет выглядеть к январю. Если мы вспоминаем ее блистательный сезон 2008-2009 года, когда она
блестящем стиле выиграла две золотые медали на чемпионате мира в Пинчанге, то там она как раз вернулась в январе. Ну, посмотрим, как будет. А в выборе тогда она, замечу, тренировалась по индивидуальной программе, вот, готовилась к этому. Екатерина Глазырина взяла один дополнительный патрон, но, тем не менее, справилась и сократила отставание от лидеров до 41 секунды. Что касается мужской команды, тоже такой секрет Полишинеля по поводу Антона Шипулина, что он все-таки был на самоподготовке и что сейчас находится, наверное, не в оптимальной своей форме. И в прежний сезон он ходил в составе сборной. Как она ему поможет, что из этого получится. Так что мне самому любопытно. Я жду, когда будут первые личные гонки, чтобы посмотреть состояние Антона Шипулина. Потому что, ну, контрольные тренировки не есть контрольные тренировки. Тем более, что в данном предсезонной подготовке контрольные тренировки не носили вот такого вот определяющего характера. То есть не по ним составлялась сбор. То есть тренер Владимир Королькевич сам решал, исходя из всего цикла подготовки, из своего личного впечатления, кого ему брать в первый состав. Ну вот он, соответственно, если он решил, что Антон Шипулин достойный, значит, он достоин. И давай потерпим еще несколько дней и посмотрим, как он будет в индивидуальном гонке, в спринте, в спасибо и так далее. Ну и последний такой вопрос. Если можно коротко, ну насколько это возможно, опять же, болельщики это очень много обсуждали, как обсуждают часто перед началом нового сезона. Критерии отбора в национальную команду, вот такие самые главные аспекты. В нашей команде, в женской команде, разом не осталось пятерых олимпийских чемпионок. Да, может быть, этот сезон не принес большого всплеска, больших результатов не было, но сборная проснулась, зашевелилась, и как раз вот Светлана Сырцова, Екатерина Сюрьева, то есть и еще ряд спортсменок как раз проснулись, и к следующей Олимпиаде, соответственно, уже были вот в готовности, стали и звездные честные. Спасибо большое за этот информативный, в общем-то, разговор. Будем ждать тебя в эфире и впредь. Обживайся в новой всегда роли. Рад, спасибо рад. Большое. Константин Бойцов, да, глава пресс-службы Союза биатлонистов России, был в прямом эфире телеканала «Евроспорт». Человек, который занимает теперь свое место, на мой субъективный взгляд, скромный. И хочется пожелать на этом поприще Константину всяческих успехов и удачи, так же, как и всей нашей команде. Ну что ж, первая передача эстафеты. Этот первый этап получился весьма непредсказуемым и в чем-то сенсационным. Неприятный сюрприз, в том числе и от российской команды, мы получили. Екатерина Глазырина порядка 40 секунд уступала на последней отсечке. И мы видим Финляндия, Чехия, Италия, США, Канада. Вот такова первая пятерка за команду Финляндии на втором этапе. Побежит Санна Марканен. Второй номер номинальный. Мари Лауканен заболела буквально за сутки до гонки. Стало известно о том, что ее заменит Санна Марканен. Ну, если женская часть финской команды это еще более-менее, то, конечно, мужчины это слабое звено. В первую очередь лидер финской сборной Кайса Маккарайнен свою готовность сегодня проверила. И можно сказать, что ей все удалось. Сборная России на 14-й позиции и ушла на дистанцию только что Яна Романова. И пятерка не претерпела изменений. Здесь разве что инициатива перешла в руки итальянской сборной, за которую бежит Доротея Вирар. На второй позиции сборная Чехии. Ева Пушкарчикова. О, прошу прощения, в сборной Италии замена. Оказывается, Гонтьер заменила Доротею Вирар. Ну, так бывает. Когда в последний момент происходит замена, а базы не успевают обновляться, и ваши комментаторы не получают оперативную информацию. К сожалению, даже будучи на месте события, не всегда удается вот эти вот вопросы как-то оперативно решить. Ну, в российской команде, как вы видите, нет никаких замен.
Романова на втором этапе. Идет своим ходом с смешанных эстафет, то на этапе в Эстерсунде стартовом в прошлом сезоне победу одержали чехи Вероника Виткова, Габриэла Саукалова, Сдена Квитек и Ондрей Муравец. Но вместе с тем мы вспоминаем о том, что Мартан Фуркат тогда по ходу смешанной эстафеты сотворил после серии промахов, забыл еще и дополнительный патрон. И в итоге французская команда оказалась в протоколе на пятой позиции. Норвежцы были вторыми во главе с Турой Бергер. Украинская сборная финиширует. Вполне могут рассчитывать на победу в той или иной гонке. На что способны тот же Михал Шлезингер и Ондрей Муравец, опытные, мы все прекрасно знаем. Сборная России была четвертой в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Сочи. Так, Италия, Канада, США, Франция, Чехия, Словакия. Ну, здесь практически уже все фавориты пришли. Вот кто уйдет раньше. Ветер попутно боковой. С небольшим изменением направления. Вот сейчас он немножко утих, и это может быть... поможет в какой-то мере Яне Романовой. Второй попадает выстрел. Третьим точна. Четвертый в цель. И пятым выстрелом наша уже опытная спортсменка из Омска закрывает мишень. Отставание будет порядка 20 секунд, даже, наверное, и меньше. Да, у Терезы Поляковой большущие проблемы, и она уходит на два штрафных круга. Романова в 13 секундах всего лишь от лидирующей Гонтье. Ну что ж, потихоньку сборная России выправляет свое положение. Как вы знаете, наши тренеры на стартовый этап не стали заявлять расширенную квоту, 8 человек. Вместе с Яной Романовой и Екатериной Глазыриной в Швеции выступят Екатерина Шумилова, Дарья Веролайнин, Галина Ничкасова, Ольга Подчуфарова. Еще одна спортсменка, Ольга Якушова, получает квалификационные очки на Кубке IBU. Кстати, есть приятное известие из Бейтостолена. Да, вот, кстати, по поводу Доротеи Вирер. Буквально за несколько секунд до старта появилась информация о том, что она не выступит из-за болезни. Ее заменила Николь Гонтье. Так вот, по поводу Кубка IBU. Сегодняшний спринт выиграла Евгения Вилкова без промахов, опередившая на 2,5 секунды Жюстин Бризу, представляющую команду Франции. Третьей была Ирина Кривко, команда Белоруссии. Ульяна Кайшева 4-е место, Анна Никулина 6-е, Ольга Шестерякова 22-е, Анна Щербинина 23-е и Яна Бабушкина 44-е. Накануне женскую гонку выиграла Вероника Новаковская-Жемняк. Второй была Бенте Ландхейм. Третий, внимание, Фаюка Сузуки. Сборная команды Японии. Никулина 8-е место, Волкова 12-е. Щербинина 27-е, Якушова 35-е, Шестерякова 36-е, Бабушкина 68-е. В мужском старте победил Андрей Расторгуев. У Расторгуева
были определенные трудности при подготовке к этому сезону, связанные с недостаточным финансированием, и пришлось там по всем сусекам поскрести для того, чтобы набрать средств на участие в международных соревнованиях. Яна, какая молодчинка, справляется на ноль. Ну, как кто-то, по-моему, Слепов в прошлом году сказал. Эстафету начинаешь быстро, финишируешь еще быстрее, стреляешь 5 из 5. Вот Яна под этим девизом отправляется на свой последний круг. Николь Гонтье составит ей компанию. В общем, неплохая попутчица, и наверняка девушки будут помогать друг другу, но вместе с тем оглянитесь назад, кто там на четвертой позиции. Призываю я Романову и Гонтье. Это никто иная, как трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Очень осторожные ожидания у белорусских тренеров перед этим сезоном. Андриан Цибульский говорит о том, что, конечно, не хочется загнать Домрачеву, и не хочется, чтобы она была нашей единственной надеждой. Ну, сейчас Даша. Ну, как мы и предполагали, Дарья Домрачева за вот эту пару-тройку сотен метров сумела съесть порядка 9 секунд и уже дышит в спину Яне Романовой и Николь Гонтье на расстоянии в 14 секунд Франциска Пройс, которая пришла на заключительную стрельбу одним из лидеров, одна из самых талантливых юниорок. Очень много раз была в призах на юниорских чемпионатах мира. Очень быстрый стрелок, еще очень юна, и вы помните, какие новости преследовали Франциску во время год назад. Пройс тренировалась в одной группе с Геральдом Хёнигом. На последних тренировках показывала очень неплохой ход. Домрачева убегает от Гонтье. Романова терпит на третьей позиции. Если честно, не рассмотрел, с какими палками сегодня выступает Дарья Домрачева. Многие, наверное, наслышаны. По-моему, с прямыми, со стандартными. Многие наслышаны были в межсезонье о том, что она и Ульяйнар Бьерндалин в этом сезоне попробуют новинку одной финской фирмы. Не буду ее называть. Такие изогнутые немножко палки, которые могут помочь спортсменам в их стремлении помощнее оттолкнуться. Из-за того, что и Домрачева, и Бьерндалин на контракте у этой фирмы, их, может быть, даже и заставят использовать, господи. Бедные итальянцы. Виндиш чуть-чуть не убрался после того, как Гонтье передала ему эстафету. Сборная России на третьем месте. В 10 секундах Евгений Гараничев, о способностях которого в скорости мы тоже все прекрасно знаем, ушел на дистанцию. Но и за белорусскую команду
На третьем этапе Владимир Чепелин. Возвращаясь к Андриану Цибульскому, он отметил, что будет такая серьезная трансформация мужской команды. Ну, первое, на что нацелены белорусы, это поставить вот этот свой корабль на крейсерскую скорость. И это судно уже пойдет в сборную команду Германии на былые высоты. Все-таки после ухода Рика Гросса в полной мере не удается удержаться немцам на высоком качественном уровне. Гараничев пока не форсирует события. И отставание сборной России растет. Вместе с тем к россиянину потихоньку приближается выиграть медаль на чемпионате мира. Контио Лахти, он, как правило, выступал очень и очень успешно. Но, впрочем, давайте про Арнта поговорим чуть позже. После того, как у нас будет повод для этого, если он будет и дальше удерживаться в этой лидирующей группе, и если сумеет навязать борьбу представителям Белоруссии, Италии и России на своем этапе. Вы видите, как стремительно на финале этого первого круга настигли немецкого спортсмена представители Чехии, Словении, Франции, Украины, Польши. Да, за сборную Франции, между прочим, в свое время от нее очень сильно мучился один из лучших теннисистов современности Роджер Федерер. Если коротко, то это постоянная слабость и очень низкий иммунитет. Любая болезнь цепляется просто в секунду. Но Мартан, по его собственным словам, успел восстановиться. И вроде бы сейчас все в порядке. Чепелин берет дополнительные. Да, видно, что Женя все-таки немножко дергается, даже в стрельбе из положения лежа. Чепелин все-таки с дополнительными справляется и избегает штрафных кругов. А вот немец задерживается, тот, о котором я так много рассказывал по ходу этого круга. Доминик Виндиш оставляет итальянскую команду на лидирующей позиции. Михал Шлезингер выводит Чехию на третье место. Ну и сейчас Виндиш, наверное, скооперируется все-таки с Гараничем и Шлезингером. Не знаю, насколько сумеет их поддержать скорость Чепелин. Отмечаем присутствие в первой шестерке и украинской команды, за которую на этом этапе бежит Дмитрий Педручный. Потихоньку возвращается сборная команда Норвегии. Десятку сильнейших сейчас она замыкает усилиями Ветли Частада Кристиансена. Ну, видно, что все-таки мужская часть норвежской команды представлена отнюдь не сильнейшим составом. На заключительном побежит Ларс Хельги Биркелан. При том, что здесь в Эстерсунде и братья Бё, и Свенсен, и Бьорн Далин есть. Ну что, Чепелин молодцом зацепился за эту тройку. Виндиш, Гараничев и Шлезингер впереди.
Белорус не стал экономить силы и после огневого рубежа очень стремительно ликвидировал отставание в 5 секунд. Фуркат старший на расстоянии 19 секунд. Ну, сколь амбициозны и сколь уверены, даже иногда неплохой, в общем-то, доход. Но вместе с тем, я уверен, что должен в первую очередь уделять внимание себе самому и своим близким. Два часа больше или меньше в месяц не помогут мне бежать намного быстрее остальных. Тренировки. Мое тело также выставляет свои требования. Мой организм нуждается в релаксации. И сейчас я знаю, что спорт — это все-таки не вся моя жизнь. И словно вот в подтверждение как раз этих цитат мы видим, что спокойно очень отдает инициативу Симон в руки своим соперникам и к стойке. И тут чех, конечно же, еще. Ветер такой непростой. И все попадают в вот этот заряд. Берет дополнительный Гораничев. По три промаха у итальянца и белоруса. Женя, только не круг. У итальянца два. У белоруса минимум один. О, нет. О, нет. Сколько мы вспоминали истории «Новое место», «Рупольдинга», потом «Сочи». Применительно Гораничеву. Ну и вы видите, что с ним происходит. Нужно стрелять, Женя. Ну уже все мышцы забились, уже просто невозможно даже стоять. Ну, ну уж если круг, то нужно побыстрее убегать на лишние 150. Слава богу, обошлось. Но потерял ты секунд 25-30, не меньше. Теперь нужно выбираться. Сборная России снова практически уже в минутном отставании от лидеров. 51 секунда. Ну вот что такое психологические проблемы, от которых Гораничев, увы, это констатируем, пока что не избавился в эстафете. Клемен Бауэр и Михаил Шлезингер возглавляют протокол на отметке 6,2. На третьем этапе смешанной эстафеты Арн Пайфер в 6 секундах от этого словенско-чешского дуэта. Весли Шастад Кристиансен везет за собой целую группу из еще 5 команд. Сборная России проигрывала почти минуту после заключительной стрельбы Евгения Гораничева. В глазах у него боязнь, у него ужас. И когда он берет дополнительный и начинает мазать, я думаю, что картинки Рупольдинга, «Новое место», Сочи, они возникают у него сами собой. И в этом главная, конечно, проблема. Правильно ли сделали тренеры, что сегодня его попробовали и еще больше усугубили эту проблему?
Тут не знаю. Ну, все-таки нужно было пробовать и смотреть, ставить ли его в состав мужской команды. В первую очередь преследовалась именно эта цель. Но, с другой стороны, повторюсь, вот эти психологические проблемы, они сегодня наверняка усугубились. Хоть и избежал штрафных кругов. Олимпийский призер в индивидуальной гонке в Сочи. Ондрей Маровец и Яков Фак. Их дуэль намечается на последнем этапе. Симон Шемп за команду Германии. На четвертом этапе сборная Белоруссии удерживается пока в шестерке и маячит впереди медальный шанс. Кристаллизуются какие-то потихоньку медальные шансы и для сборной команды Норвегии. Не будем сбрасывать со счетов и команду Украины, за которую на последнем этапе бежит Сергей Семенов. Именно он стал таким капитаном, вожаком своей сборной после того, как объявил о завершении карьеры Андрей Дереземля. Отставание сборной России 54 секунды. И, конечно, нам нужен настоящий подвиг от Тимофея Лапшина сейчас. Прошлый сезон сложился для Тимофея не так удачно. Наверняка такая тактическая борьба между двумя титанами мирового биатлона. Моровец и Фак. И в 10 секундах от них Шемп. Моровец в гонке преследования в Сочи смог подняться на пьедестал почета, выиграв первую свою олимпийскую медаль в карьере. Многие команды поменяли цвет своей формы в этом сезоне. И болельщикам, конечно, непросто будет, по крайней мере, в начале сезона разобрать. Ну, немцы в своей желто-черной фирменной. Тут ничего не изменилось в этом смысле. Шемп примерно на том же расстоянии от Моровца и Фака. А вот эта группа потихоньку выгребает, выбирает. Биркелан не стесняется даже немножко взвинтить темп, несмотря на... На отметке 2,2 на своем этапе Лапшин 50 секунд проигрывает лидерам. И в 25 секундах мы от норвежцев. Словенцы и немцы. Чех задерживается. И смотрим за стрельбой Лапшина. Первый выстрел уходит, увы, в молоко.
Да, очень быстро отстрелялся Тимофей, несмотря на то, что брал один дополнительный. Но отставание будет порядка 40 секунд, наверное. Но в целом мы замечаем, что сейчас 26-летний россиянин поставил все на карту. И сделал ставку на скорострельность. И, в принципе, не прогадал. 38 секунд мы замыкаем десятку сильнейших. Но смею заметить, что еще по-прежнему боремся за призы. Хочется в это верить. Да и мононуклеоз тоже не возник ни из ниоткуда. Это случилось, потому что я был очень утомлен. После Олимпиады был весь в делах. Возникло много новых вещей, которыми нужно было заниматься. А я сохранял прежнюю систему ведения дел. Все эти трудности оказались таким неподъемным грузом на моих плечах. И получилось так, как получилось. Но не унывает Мартан. Ставит, как всегда, самые максимальные. Ну, что может быть прекраснее, чем вот такая разборка перед заключительной стрельбой? Когда не будет кругопочета для какой-то одной команды. Не будет там победоносных взмахивание руками в исполнении условного Мартана Фуркада. В какой-то мере даже... О том, что у Фуркада-младшего по итогам прошлого сезона было 4 кубка. Один большой и 3 малых. Конечно, он очень уверен в себе. Промазал 4-м и 5-м выстрелом, и вот тут вот выскакивает Ларс Хельги Биркелан. Не сказал еще своего последнего слова в этой гонке. И Симон Шемп. И за ними в погоню Мартан. Да, Яков, к сожалению, застрелился. Ну, удел сборной команды России. Теперь уже попадание в цветочную церемонию. Не больше. За призы борются только Норвегия, Германия и Франция. Словенец отправляется на штрафной круг. Сергей Семенов в одиночку будет отстаивать 4-ю позицию. Попутчиков у него на заключительном круге не будет. Но украинская сборная заслужила самых высоких слов похвалы в тех условиях, в которых приходится сейчас соревноваться украинцам, готовиться к гонкам. На Кубок IBU никого не удалось вывести из-за отсутствия финансирования. При всем при этом украинцы 4-е. Большие молодцы. Лыжня очень сильно уже разбита. И вот такие мощные, такие тяжелые спортсмены, как Биркелан, им чуть тяжелее, чем ребятам поменьше, вроде Евгения Гараничева, месить эту пахоту. Ну, вы слышали. Полную информацию получил Сергей Семенов от одного из своих тренеров. У Мартана, по-моему, Россиньоль-то чуть получше отработал. И вот в своем фирменном стиле, пытаясь в припрыжку забраться в этот подъем,
Он в эту калитку попытался пролезть, но захлопнулась она. Тут с норвежцем они чуть не повалили друг друга на землю, но остаются в игре. Шемп имеет небольшой просвет, но он мизерный. Сейчас еще один вираж и, можно сказать, финишная прямая. Мартан садится. Биркелан, похоже, уже не соперник французу. И начинает раскатываться Мартан. Вот тут три коридора начинают разбирать. Берет крайний, едва не сломал палку Мартан. И смотрите, что творит Биркелан. Он едва не воспользовался этой ситуацией и вырвал второе место. Мартан все-таки первый. Ну, по фотофинишу будут определять, кто в итоге раньше. Биркелан или Шемп. Ну, а Мартан, как всегда, красавчик. На отметке 7,2 Лапшин, 12-й. Опередили его представители сборных Швеции и Чехии. Проигрываем еще австрийцам, словенцам. В очередной раз благодарим за эту гонку сборную команду Украины. Не в оптимальном своем составе украинцы отвоевали итоговую четвертую позицию. Это очень-очень здорово. Хорошо себя проявил в первую очередь Дмитрий Педручный сегодня. Хорошо выступила в роли забойщицы и Наталья Бурдыга. Ну а на второе место действительно определяют все-таки сборную Норвегии. Немцы третьи. Я уже сказал, что чуть раньше финишировал Биркелан, чем Шемп. Далее Украина, Италия, Словения, США, Австрия, Чехия, Швеция, Беларусь. И команда России только лишь на 12-й итоговой позиции. Ну что, лиха беда начала. Заканчивает гонку сборная команда Казахстана на итоговой 15-й позиции. Ну, что сказать по российской сборной? Конечно, все решилось на третьем этапе, во время которого Евгений Гараничев на втором огневом рубеже провел больше полутора минут. И это стало невосполнимым таким гандикапом для Тимофея Лапшина, который, стоит отдать ему должное, все-таки на своем этапе пытался сделать все возможное, чтобы выправить ситуацию. Так, если сравнивать его время со временем лидеров, то он совсем не затерялся. Ну, как есть, так есть. Вынуждены мы смириться с тем, что случилось. Но в Эстерсунде Кубок мира только набирает обороты. Наши гонки еще обязательно будут. Наверное, все сегодня утвердились в мысли, что Гараничев все-таки в первую очередь индивидуальный гонщик, а не командный. Наверное, с этим он сам не будет согласен. Ну, может, стартером его попробовать. Бог его знает. Отдадим на откуп тренерам. Смотрим самые запоминающиеся фрагменты этой гонки. Они все были на последнем этапе, даже, можно сказать, на последнем круге, где Мартан Фуркат обыграл конкурентов из Норвегии и Германии. Шутя мононуклеоз. Она из Бескона, она из Шевалье. И братьев Симона и Мартана Фуркадов с победой.
У сборной Норвегии серебро, Сюнню Весёлемдаль, Тири Лекхоф, Петли Шастад Кристиансен и Ларс Хельге Биркелан полурезервным составом выступала сборная Норвегии. Ну и Германия, которая, пожалуй, что сильнейшую четверку, так же, как и Франция, выставила. Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Арнт Пайфер и Симон Шемп. Россияне 12-е. И в связи с этим на следующем этапе на стартовой поляне нам Ну и все на этом. Пришла пора прощаться, друзья. Это был первый репортаж с биатлонной гонки этого сезона из шведского Эстерсунда. Для вас работал Дмитрий Терехов. Еще раз всех с праздником, с Международным днем матери. До встречи. Пока.